Всем привет! Сегодня у нас разборка аккумуляторного блока Asus A32UL20. Так, 4400, 47 ватт-часов, 10,8 вольт. Так, корпус крепкий. Так, что у нас тут про аккумуляторы? Немножко информации может есть. Так, батареи Made in Korea, assembled in China, то есть производство в Китае, аккумуляторы из Кореи. Ну, надеюсь, здесь у нас не Samsung. Я так подозреваю, вообще все аккумуляторы, что... Так, не могу подлезть. Так, все аккумуляторы, что у нас были на тестах, они все производства, блин, Корея. Вряд ли, конечно, Китай замучается, ну, то есть, вернее, производство все наладит таким вот опасных таких аккумуляторов. Скорее всего, все-таки производит их все-таки в Корее. И надеюсь, на нормальном предприятии. Так. Да, это ужас какой-то прям. Тоже неплохо так клея-то налили. Шевелится. Так, попробуем в обратную сторону. Ну, как хорошо, что я стол лаком залил. Потом этим же лаком буду выправлять его. Так, вроде бы разбирается. Так. Возьмем отвертку потупее. Вот так вот, чтобы руки не сильно повредить. О, как хорошо вошло в руку. Так, не разбираем дома. Так, это у нас Samsung голубые. Блин, голубые были, и с ними не так все хорошо было, как хотелось, конечно. Надеюсь, все-таки, может, не Samsung. Для тех, кто не помнит, там высох. Разорвало, блин. LG. Сейчас кое-что вам покажу. Смотрите. Чуть-чуть потемнее. Капелюшечку потемнее, блин. А написано LG. Ни на какую мысль вас не наводит. На камеру, может, даже отличия нету. Кстати, вот если вот так вот рукой закрыть, они одинакового цвета. Это у нас точно Samsung. Да, вот Samsung. Так, сейчас я до тех доберусь все-таки. Так. Что-то шло-шло и перестало идти. Центральные нагрелись. Неужели так сместил как-то? Ничего тут не замыкает. Значит, живые. Еще ток есть. Так, ну ладно. Оторвали. Вот у нас. Видите, да? LG AA3S31865. 2700, по идее.
Да, тут хорошо прям залито. Аккумуляторов осталось мало, совсем чуть-чуть, и скоро будем собирать из них поделки. Так, ну LG у меня тоже три вида, блин, и все разного цвета, там вроде даже такого не было. Датчик оторвал, в силиконе тут он подлитый был, силикон тоже рассыпается, может, конечно, перегрев был. Ну-ка давайте посмотрим на пробу на контроллере. А, ну вот, походу, перегрев был. Так, $0.25. Контроллер, походу, дохлый. Так, а нет, контроллер живой. Так, первая пара аккумулятора дохлая, вторая 3.60. Третья пара тоже нерабочая, прям по нулям прибора. Так, вот эту пару можно сразу смело выкидывать, либо попробовать ее использовать не таких вот опасных поделках, каких-нибудь простых. Так, ну-ка, эти вроде у нас не сильно кипели. Так. Так, сейчас мы возьмем, сразу попробуем произвести маленькую манипуляцию. Так, аккумулятор возьмем и подключим к аккумулятору. Так, плюс к плюсу, минус к минусу. У меня, оказывается, дохлый, зашибись. О, напряжение поднялось, может, просто сели. Так, первая пара 0.21, средняя нормальная, значит, средние оставляем, а эти будут заряжаться, если зарядится, то оставится, если не зарядится, соответственно, разберем, посмотрим выход из строя. Так, средний у нас, еще раз посмотрим, 3.60, отлично. Крайние, еще раз, 0.21. Эти уже 0.03, ну вот там не успело напряжение даже подняться. Ну, соответственно, балласт, скорее всего, здесь был рабочий, просто из-за того, что напряжение было недостаточно, он не работал толком.
Так, это мы откладываем в сторонку. У меня тут есть специальная сторонка такая для таких аккумуляторов. Ну, как видим, в данном блоке аккумуляторы были очень в плачевном состоянии. Поэтому, если у вас подобный аккумуляторный блок, не рекомендую его устанавливать, сразу покупайте. А, соответственно, какие-то аккумуляторы вы с него живые даже вытянете. На этом все. Всем удачи. Всем пока.